В этом году в Василеостровском районе четверо детей были признаны виновниками ДТП. Они на самокатах и велосипедах кинулись под колеса авто. Инспекторы ГИБДД вышли на дороги острова, чтобы научить детей правилам дорожного движения. Дети под колеса автомашин кидаются самостоятельно. Проезжую часть они пересекали, не сходя с велосипедов и самокатов. Хотя при встрече с госавтоинспекторами владельцы двухколесного транспорта показывают отличное знание правил дорожного движения. Скажи, пожалуйста, вот на пешеходном переходе как ты будешь там? Надо слезть с велосипеда и перейти на зеленый свет. На самокате. То же самое. Но статистика говорит об обратном. Только в октябре под колесами автомобилей оказалось четверо детей. Причем с приходом холодов велосипеды и самокаты популярность у горожан не потеряли. Несмотря на плохую погоду, на самокатах, в детский сад, мама идет, ребенок с самокатом. И вот обращаешь внимание, что неправильно переходит проезжую часть. Можно штрафы, как на пешеходов, их нарушения, да, пешеходами. Но, к сожалению, это очень такое нераспространенно. Именно как с велосипедистами, здесь мы только работаем на сознание их. Нарушителям правил грозит штраф в 500 рублей. Хотя в этот раз их не штрафовали, а раздавали памятки о том, как правильно пересекать пешеходные переходы. Такие листовки Василеостровской ГИБДД планируют разместить во всех школах острова.